На сцене настоящая сказка. В зале сопереживающие зрители от мала до велика. Взрослые не менее заворожены происходящим. Ведь происходит самое, что ни на есть волшебство, колдовство и магия в спектакле «Маленькая колдунья». Театр сегодня, я хочу с вами поделиться, сделал тоже одно очень хорошее, доброе дело. Сегодня на спектакль по инициативе партии «Единая Россия» театр пригласил 15 семей наших гостей с Украины. От спектакля у зрителей остались яркие эмоции, ведь сама постановка красочно передала вечную историю борьбы добра и зла. А самое главное, до последнего держала интригу. Сможет ли маленькая колдунья победить темные силы и продолжать творить добро? Дети в восторге от ведьм, я еще больше в восторге от ведьм. Они вот настолько красочно, ярко играют, они нам очень сегодня понравились. Поддерживали гостей из Украины наши волонтеры. Они не просто сопровождали, но и помогали сориентироваться тем, кому это было необходимо. Для нас было очень важно, чтобы всем детям и их родителям понравился спектакль. И никто у нас не потерялся и не остался без внимания. В целом, это очень прекрасное мероприятие. Хорошо, что его провели именно сегодня. Это очень прекрасный летний день и выходные. Хорошо, все собрались вместе, все жители этого города, включая наших гостей. Лилия Тимиева, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.